Як завжди, дуже бойова, характерна гра у нас з Ворською. Дебют набагато краще провели господарі поля. Закономірно, що вони двічі відзначилися. Можливо, не зовсім закономірно, що забили саме в контратаках, тому що мали позиційну перевагу, вели позиційний наступ. Ну і молодці наші хлопці, професійні, професіональні якості, плюс характер включили, зуміли зрівняти рахунок. І другий тайм була цікава боротьба з обидвох боків, я б сказав, або пільно гостро. Переходимо до запитань, будь ласка, якщо вони є, до тренера гостро. Ви вважаєте сьогодні, що ви заробили одничку чи втратили? Ні, ну враховуючи те, що ми поступалися і по грі, і по результату в дебюті матчу, то звичайно, що заробили, заслужили. І грою також, особливо після двох пропущених м'ячів. Десь грали на рівних з такою хорошою командою. Будь ласка, якщо є ще запитання. Якщо запитань немає, подякуємо тренеру Васильову. Не, ну если мы не выиграли, значит не справились. Ну, у нас только на каждую игру выходить, выигрывать, другой задачи нет. Ну, ведя, я же сказал, что ведя в счете 2-0, команда сдалась, я как бы там не хочу ничего сказать, там надо доводить дома, играя 2-0 до победы. У нас почему-то это с начала чемпионата такие моменты, и везде выигрываем, потом играем ничего. Это уже не первый раз, что мы 2-2 играем, все время ведя в счете. Где-то мастерства не хватает. Ну, делаем ошибки те, которые не должны делать. Еще это запитания все. Будут? Там, вы выпустили Вакулу, а потом поменяли. Сразу вошел, не вошел в игру, сразу обрезал, что такой пас дал, что могли мы пропустить голы. Ну, не вошел футболист в игру. Дали другому шанс молодому. Молодого посели, еще молодого. Еще вопрос, если можно, по нападающим. Дубли сейчас себя хорошо проявляют. КДТ, Амелькар, есть ли у них какие-то... Амелькар с нами тренируется. Амелькара будем под КДТ пока, ну, не знаю. Ну, Амелькар с нами тренируется, будет, может, возьмем на замену, будет играть. Еще запитание. Я бы оценил эту игру на очках. Ну, первая игра, знаете, как еще, ну, такое, что сказать, что выпал, не сказал бы, там, старался какие-то моменты. Ну, думаю, что с каждой игрой будут прибавлять.